Лариса, скажи, куда мы приехали? Всем привет. Пражская Лоретти – это тоже известное место для туристов. Да? Там что-то связанное с погибшими младенцами, какая-то вот такая типа церкви, которая тоже все будет. Но я думаю, что мы можем прийти и посмотреть поближе. Да, может быть. Ну, обычно начинают с нее. Вот в прошлый раз, когда я была на экскурсии, сначала нас повели именно к этой Лоретти, потом к собору Вита, да, проходя. То есть тут все тоже недалеко. Но пока вот мы видим такой симпатичный район Анти. Так, называется Погорелец. Погорелец. Или Погорелец. Погорелец. В общем, район Погорелец. Погорелый район. Видно, он когда-то горел. Наверное. А где наша подруга? О. Потеряли нашу подругу. Она потерялась. Угу. Вот как называется, Погорелец. Ну, это, конечно, кафе так кебаб, но на самом деле район так называется. Да, хлеб. Давай зайдем, о, какой хлеб. Это этот? Да. Полыница? Этот или полыница? Полыница. Полыница, надо говорить, да. Бекендовый. Может, попить что есть? Бородинский. Пепси сколько стоит? Пепси. Цена. 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 Помач. 4 ли. Сколько? 4. Кроны. Не поняла. 4. Ну что 4? Кроны? Ну, евро. А, 4 кроны? Это 2 евро. Евро с чем-то? Евро, да? Ну да. Ладно, пошли тогда. Хлеб красивый, да, полыница.
Туда все идут. Давай и мы туда пойдем. А туда что? Я хочу туда. Пошли, посмотрим. Пошли, тут прохладненько. Сегодня плюс 32. Ну вот Лоретта, наверное, здесь и есть. Да? Так, ну вот здесь так выглядит. Давай по кругу вот пройдем. Вот начнем здесь и туда выйдем. Она себя стала жалеть, понимаешь? Правильно делает. Стала жалеть себя. Вот она устала, она говорит, ну, чтобы энергию не тратить. Надо отдохнуть, восстановить. Знаешь, тебе вчера объяснила. Да. И куда мы попали? Ой, как тут. Пивбар, наверное, да, в основном. Пивбар. О, нет, пивбар здесь. Да, здесь алкоголь один. Нет, почему? Вот еда есть. Есть еда? А. Ну, опять фруктовый сок. Было написано sour, кислый. Да. Я тебе могу дать конфетку. А, ну да. Это эль. Решили попробовать, что это такое. Кислятина еще та. Придется с конфеткой пить. Ну что, девочки, вы взяли чешскую еду? Да. Наконец-то. Ну как, это курица с картошкой. Кстати, картошку я не ем. Так что тебе достанется картошка. Я не возражаю. Это гуляш, да? Да, с кнедликами. Те кнедлики, хотя на них не похожи. Кнедлики это? Написано, с кнедликами было. Вот. Обычно они такие типа пирожков. Мы в монастырском комплексе. Что, это, монастырь это такое? Типа монастырь надо идти, когда вот ты реально вот не видишь себя в этом мире и не интересуешься ничем мирским. Это да? Называется уход от действительности. Да. От реальности, от мира. От реальности, в иллюзию. Потому что если там ну, развелся с мужем или там страдаешь, это ну, на короткое время так прям. Конечно, это проходит все. Это проходит, да. Да. Нет смысла бежать сразу в монастырь. Надо подождать годик, и все пройдет. Ну, может, в монастыре там спокойнее как-то, не знаю. Ну, можно в монастыре годик посидеть. Да, но я тоже не понимаю этих людей. Ну, каждый волен делать то, что он хочет. Храм какой? В этот можно зайти. А туда вот прямо. И туда можно зайти. И туда можно зайти. Ну, зайдем куда-нибудь. По-моему, это какая-то площадь, куда тоже рекомендуют идти. Да, туда, ну почему бы? Называется. Почему бы сюда не пойти? Может быть, тут что-то есть, информация. Это базилика. Пани Мария. Базилика на Пани Мария, короче. Девы Марии, наверное. Наверное. Ну, туда вовнутрь нельзя пройти. Белые тоже так пахнут? Нет, белые не пахнут. Эти пахнут. Ну, чуть-чуть я слышу. Смотри, в отель туристы приехали. Да? Сюда заедут? Нет, мимо проходят. Да, такой большой комплекс. Столько здесь храмов. Много. Музей миниатюр, но мы не пошли туда. О, это то, о чем я мечтала. Прагу увидеть сверху. Вот это сейчас мы посмотрим. Ну, не знаю, мне этот виноград заслоняет. Да, виноград мешает, конечно. Я себя тоже пока посадила кусты винограда. Да, и не сделаешь тут никакую уже было, панораму. У меня уже был урожай. Две... Да. Ничего, хотя бы так. Классно. Нет. Телевизионная башня, там тоже есть смотровая площадка. Мы туда не пойдем. Собор Вита.
Хорошо. Так. А здесь Эйфелева. Местная Эйфелева башня. Или та? Та, наверное. Нет, я читала, что самая высокая – это Иллюзионная. Не, считается в Праге. Себе, но это еще и на горе стоит. Ну вот не знаю, как бы самое. Не знаю. Виноградик. Тут хорошо, тут скамеечки. Фундук? О, ничего себе, орешки такие крупные. Угу. Здесь надо фотографироваться на фоне. Очень красивый вид.